Литургия в память о настоятеле храма Успения Пресвятой Богородицы Владимире Ганине прошла в Жилине. Поминальную службу провел митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий. Почтите его память. В этот день пришли десятки люберчан и глава городского округа Владимир Ружицкий. Протоиерей Владимир Ганин ушел из жизни 2 года назад, 12 января, после болезни. В Жилинском храме Успения Пресвятой Богородицы он прослужил 52 года. За это время он воспитал и привил любовь к вере не одному поколению прихожан. Священник Владимир Ганин похоронен на кладбище у храма Успения Пресвятой Богородицы. После службы на его могиле провели панихиду. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.